от архимандритов. Заглядываю в контейнер, никого нет дома. Вот просто положила овсянки, долила вот воды. Овсянка, вот эта вода, вот тут там мисочка закопанная, просто чтобы субстрат пить. И вот тут вот морда спрятанная лежит. Да, он меня слышит, вибрации. Закопался и все. Это взрослая, скорее всего, особь. Выходи, у меня кабачок есть. Да выходи, я тебе говорю, красавишна. О, красота. Ну, я рассказывала, кого они у меня на минималках. Малышей мало. Взрослый особь пока вот такая. Вторая, не знаю, где там закопанная. И я так чувствую, что если не докуплю осенью, то колония самоликвидируется. То есть вырождение пацанов нет, две девки, толку никакого. Так что как-то так. Ну, попытаюсь, конечно, купить. Я просто никуда не выезжаю, поэтому ну нет у меня времени на это. И осенью, может, попрошу кто-то мне отправить с России, куплю, а мне уже там передадут каким-то макаром. Вон какие лапки шипованные. О, прям как зимняя резина. Гляньте, это чтобы держаться, да-да-да. Там шипы такие, что когда они пугаются, резко по руке бегут, многие люди думают, что они их укусили. Это из вот этих вот шипов. Угу. Богатыря Нима не копают, как кроты. Да, и уходят в грунт на ура. Вот такая красотень. Ты держишься? Лицо покажи. Не, ну красавица, красавица. Это даже не обсуждается. И глазки подвела, он там, гляньте. С подводочкой. Да, и кто не в курсе, я же рассказывала. Усы под глазами, не над глазами. А то многие рисуют над. Да, а не под. Вот такая вот фигня. Угу. Красоты несусветной. О. Ну иди к кабачку. Ой, говорит, нет, я в подполье сейчас уйду. Точно сейчас закопается опять. Пойдешь в подполье? Да, говорит, сейчас пойду. Сейчас. Опа, вода. Ну пей, да. Вот есть такое дело. Все, говорит, не пойду я в подполье. Ну, не буду ее кошмарить, хай занимается. Остальных тоже не буду откапывать, бо мне есть чем заняться. Угу,